Последние 10 лет своей жизни Нина Петровна Назарова буквально прожила в судебных залах заседания. Нет, она не злостная рецидивистка. Она мать дочери инвалида второй группы, чьи права, по словам женщины, злостно нарушаются. Этот дом, больше напоминающий горстку дров, является законной собственностью больной девушки. Находится он в селе Поляны. Сначала ее мать Нина Петровна всеми правдами и неправдами пыталась добиться от местной администрации того, чтобы в доме провели капитальный ремонт. Сейчас же, по словам женщины, дело дошло до того, что дом у нее отобрали и выставили на торги. В 2005 году мне, в общем-то, администрация подтолкнула. Мол, Нина Петровна, вы приватизируете, а потом что-нибудь сделаем. Я просила администрацию, чтобы либо поменять, так как мы не в состоянии отремонтировать этот дом, так как ребенок инвалид детства, я сама инвалид второй группы. В общем, на дни пенсии нам не потянуть. Я приватизировала сдуру в 2005 году на ребенка-инвалида, вот на Алевтину Сергеевну. Первые суды мы выигрывали, потом администрация Полянская встречно подает иск на ребенка-инвалида, так как якобы она довела до такого состояния жилье. В общем, и принудить нас в капитальном ремонте. Или мы просим у администрации помочь, администрация на ребенка-инвалида. У них якобы денег нет, а у нас их много. По мнению чиновников сельской администрации, в доме жить можно. Взорвалась канализация? Пустяки. Продырявилась крыша? Вообще ерунда. Стены отошли от фундамента. Просто не обращайте внимания. Дом-то огромный, какой простор для жизни. Только вот щели в полах настолько большие, что местные кошки устроили в бывшей спальне хозяев настоящий притон. Мохнатым вход свободный. Сколько судов уже позади и не сосчитать. На сегодняшний день ситуация остается совершенно непонятной. Вроде бы дом и приватизирован, вроде и на инвалида. А отнимать его собрались у матери девушки, хозяйки имущества. В общем, дело ясное, что дело темное. И куда идти женщинам с их бедой, непонятно совершенно. Скоро дочка Нина Петровна вернется домой с учебы. А дома как такового фактически нет.